Приветствую вас, уважаемые пользователи, на универсальном игровом. С вами, как всегда, Genium. И как вы помните, 6 мая 2014 года я проводил небольшой опрос о судьбе канала. По вашим комментариям, которых было, к сожалению, всего лишь 7, я понял следующее, что вам очень сильно нравятся инди-игрушки, инди-обзоры, и вам очень хотелось бы посмотреть на что-нибудь старенькое, такое эдакое по типу Fallout'а. И знаете, я с вами согласен, тем более Fallout у меня есть лицензия от GOG, поэтому поиграть в нее можно, и я думаю, что в скором времени прохождение именно Fallout первого мы начнем с вами и будем играть, будем исследовать мир пустоши. Тем более я уже порядком подзабыл, что там и как делать, ну, точнее, что куда бежать, но пальцы вроде бы помнят, механика есть, так что обязательно мы этим с вами займемся. И обязательно хотелось бы сказать большое-большое спасибо вообще всем, кто ответил. Мне очень важно ваше мнение, поэтому еще раз огромное спасибо. Ну и как обещал, я разыгрываю игрушку Binding of Isaac. У нас всего 8 комментариев, который один из них мой, поэтому я себя исключаю. У нас 7 комментариев, считать будем начиная с первого, то есть первый, второй, третий и так далее до 7 с пропуском моего. Использовать для розыгрыша будем сайт random.org. Я думаю, что это здорово. И поехали. Соответственно, минимально 1, максимально 7. Единственное, что нам стоит нажать, это нажать кнопку Generate. И номер 2. Открываем номер 2. Маркус Деклайн. Маркус Деклайн, спасибо тебе за твой отзыв. И, пожалуйста, найди меня в Steam. Есть вся информация об этом на самом канале. Если нету информации, то напиши мне на YouTube, я тебе отвечу, как меня найти, и я тебе выдам игрушку The Binding of Isaac, как и обещал. А на этом, я думаю, что сегодня мы этот мини-мини подкаст закончим, потому что все, что хотелось сказать, я сказал. Еще раз вам огромное спасибо за то, что вы со мной, за то, что вы смотрите, за то, что вы комментируете, за то, что вы участвуете в жизни канала. Мне это очень-очень важно. Ну и на сегодня это все. Огромное вам спасибо. Играйте в хорошие игры. Пока.